Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ирина Воробьева, и сегодня со своим особым мнением в студии радиостанции «Эхо Москвы» Виктор Шендерович. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Мы, вот я обычно начинаю с каких-нибудь новостей сегодняшнего дня, но поскольку мы с вами поставили ровно неделю назад многоточие, мы должны вернуться к этой теме. Да. Собственно, я говорила о том, что Михаил Ходорковский подливает масло в огонь и призывает к революции. В России мы это все видели. Ты тактично очень выговаривала мне за то, что я вслед за, значит, Михаилом Борисовичем тоже подливаю масло в огонь и призываю к выходу, значит, нелегитимное поле. А я интересовался, где ты увидел легитимное поле. Да? Вот прошла неделя, Ира. Какие у тебя впечатления от легитимного поля? Ровно такие же, как и неделю назад. Да, ну, по нарастающей. Я считаю, что все-таки в легитимизация, поле надо оставаться. Да, легитимизация идет полным ходом. Да? Значит, ты видишь, как она работает, это, что у них называется законом. Значит, по результатам вот эта неделя, каждый день... Они вышли на новый график. Каждый почти день новый приговор с реальным сроком, либо обыски. Каждый день жесточайшее использование властного ресурса в своих корпоративных целях. По поводу закона. Есть кухонный нож, это, как ты знаешь, утварь. Если ты кухонным ножом зарежешь человека, кухонный нож перестает быть утварью, он становится орудием убийства. Тоже с законом. Вообще-то это да. Для обеспечения. Вообще-то все приговоры и обыски проходят в рамках закона. Нет, вообще-то это кухонный нож. Это у нас утварь. Вообще-то у нас это закон. Но используется в данном случае этот закон не по прямому назначению. Он используется как орудие насилия. Он используется как орудие сведения политических корпоративных счетов. Он используется. Это превышение власти в чистом виде. Значит, только по результатам одной этой недели, вот пока мы с тобой, Ира, не виделись, всю политическую верхушку и администрацию, все правовое поле наше, вот по периметру, Чайка, Бастрыкин, те, кто надзирают, все это, Верховный суд, который молчит в тряпочку, их всех... Конституционные. Их всех надо отправить в отставку и частично отдавать под суд. По результатам только этой одной недели. Потому что это в жесточайшем виде использование властного ресурса в личных, корпоративных, политических целях. Значит, никакой... Возвращаемся к тому, с чего закончили прошлую программу. Никакого закона уже нет и давно нет. После Данилкина слово это в рот не бери. Нету никакого... Данилкин, вы имеете в виду судью. Второе судья Данилкин, второе дело Ходорковского. Про которого 10-й год. Секретарь рассказала все, что рассказала. Да, ну уже мы без секретаря, мы не слепые. Да, в принципе, это уже давно можно было. С появлением этих бесстыжих глаз можно было в Кремле можно было поставить точку в теме закона. Но те, кто после 10-го года говорят о законном поле, мягко говоря, лукавят. Нету закона. Есть корпорация. Можно ее по-разному назвать, по-русски, по-латыни, корпорация, хунта по-испански называется. Да, есть люди, которые, значит, закрепились у власти. Можно тамбовская преступная группировка назвать. Они закрепились у власти и не уходят от нее, используя для того, чтобы остаться у власти, все властные ресурсы государства. Суд, да, прокуратура, суд, следствие, пропаганда. Все, что угодно, да. Все это у них в руках, они это контролируют. На сегодняшний день. И они с помощью этих инструментов, легитимных, демократических, остаются у своей бандитской власти. Точка. Значит, если ты думаешь, что бандит – это метафора, то позволь тебе напомнить вот только что опять в эту неделю в интернете появилось свеженькое расследование о молодости Владимира Владимировича, его настоящем учителе жизни. Это криминальный авторитет Леонид Усвецов по прозвищу Леня Самбист. Он без фамилии был упомянут в первой книге Владимира Владимировича, он упоминал о своем учителе по самбо, Лёне Леонид Ионович, там по отчеству как-то, да, вот, фамилию скромно не называл, а это Леонид Усвецов, отсидевший 20 лет, между двумя ходками успел принять участие в воспитании будущего президента России, именно у него в секции занимался 16 лет Владимир Путин, именно Усвецов устроил его сына уборщицы и вахтера по спортивной квоте в блатной ЛГУ. Его застрелили, у Свецова, в 94 году в криминальной разборке в Питере. Он лежит на Большеохтинском кладбище с похабнейшей автоэпитафией на могильной плите. Я постесняюсь читать этот стишок в эфире «Эхо Москвы», но полюбопытствуйте. И вы кое-что поймете. Вот откуда у нашего президента это бить первым. Откуда этот дивный стиль, вся поэтика его языка, отрезать, чтобы не выросло, замучитесь пыль глотать. И в целом очень хорошо усвоенные уроки жизни. После отстрела
самбиста у Светцова, его место в организации, с большой буквы, занял боксер Кумарин. Эту организацию для простоты мы 2 десятилетия называем Тамбовской ОПГ. Именно на нее работал вице-мэр Петербурга Владимир Путин. Подождите, кстати, на месте постойте, Кумарина... Нет, стойте, секунду. Вот я сейчас говорю, знаете, я говорю о данных расследования. Работал Владимир Путин на эту группировку. У вас, ну вот, нет в этом расследовании доказательств того, что Владимир Путин работал на эту группировку. Их десятки, то, что его учил уже... человек, секундочку, стоп, который... Стоп, это разные где-то... вещи. Стоп, Ир, давай хотя бы ты не будешь подменять. Секундочку, это две разные истории. Одна про лексику, про школу жизни. Другая про совместную работу с товарищем Кумариным, о чем уже тонны публикаций. Есть расследование, да, есть арестованные Тамбовские с Петровым во главе, да, в Испании. Это, я сейчас говорю не билетристику, я сейчас коротко говорю здесь по результатам многотомных расследований и частично уже опубликованных материалов. Опубликованных материалов. Чтобы этого, да, можно сильно прищуриться, зажать уши руками, ноздри, и всего этого не увидеть, не услышать и не учуять. Можно. И этим мы занимаемся 1,5 десятилетия. Причем это гораздо позорнее, чем в советское время, потому что в советское время действительно расстреливали в Новороссийске, ну, кто-то знал, что-то слышали, ну, кто что мог знать, да, кто, по-настоящему. Сейчас интернет. И прав коллега Бабченко, это просто наш инфантилизм и уже страх. Нам уже страшно после 15 совместно прожитых с Путиным лет, уже страшно узнавать это. Просто страшно. Не только стыдно, но уже и страшно. Поэтому мы продолжаем зажмуриваться и затыкать уши. Но есть интернет, и в отличие от жителей Советского Союза, у нас нету оправдания, что мы не знали. Не знаешь, загляни, щелкни пару раз мышкой, да, вот интернет. Да? Хорош в одноклассниках, сиди, щелкни мышкой, если тебе любопытно. Посмотри, почитай. Это все опубликовано с документами. Есть доклад Салье по результатам этого. Это не билетристика, то, что я говорю. Это было билетристикой в 99-2000-м. Говорят, что? К 2015-му это, Ира, не билетристика. Это результаты десятков публикаций, расследований, документов, докладов, в том числе уже вполне официальных вещей. Так вот, вернемся к Кумарину. Я на его месте, а он сейчас отбывает серьезный срок, Владимир Кумарин, бывший глава Тамбовской ОПГ, отбывает соратник по 90-м годам Владимира Владимировича, он сейчас отбывает серьезный срок в тюрьме, я бы на его месте начал беспокоиться о своей жизни, потому что, видимо, была какая-то договоренность в обмен на неплохие жилищные условия в заключении, я полагаю, о молчании. Но Путин не всегда будет оставаться у власти, и могут прийти другие люди, которые могут заключить с Кумариным другой контракт за неплохие жилищные условия, в который будет входить как раз рассказ о совместных годах с Владимиром Владимировичем. И думаю, что Путин это понимает, а зачищать концы он умеет. Говорит ли тебе что-нибудь имя Роман Цепов? Цепов имя? Роман Цепов. Нет. Ну и правильно, телевидение про это не рассказывает. Этот человек... Вы сейчас назывался... вот, нет, нет, вот зачем? Нет, вот нет, нет, это не наезд. Булыжник такой. Это не наезд. Нет, так, нет, 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 а мы сейчас вот вернемся. Нет, вернемся. Просто вернем, нам нужно прерваться на пару минут. А, хорошо. Вот прямо сейчас хорошо, прервемся, а потом вернемся и про телевизор тоже поговорим, который я, очевидно, очень сильно... Продолжается программа «Особое мнение». Ирина Воробьева, Виктор Шендерович. Мы остановились на фамилии, на имени Роман Цепов, да, который был Роман одним Цепов. Из криминальных теневых властителей Петербурга 90-х. Там его тогда знали все, кто имел хоть какое-то представление о том, как устроена власть. Он был связным Смольного и Тамбовской ОПГ. И очень много чего. Он был охранная фирма, которая охраняла не только, значит, мэрию и Собчака, она охраняла и звезд эстрады. Она такая была популярная охранная фирма. Этот Роман Цепов был связным, и он был хозяином, одним из, разумеется, хозяев Петербурга. И очень много чего мог рассказать о Владимире Владимировиче, но уже не расскажет, потому что в начале нулевых он внезапно умер. В 2004 году. Да, в 2004 году от поражения спинного мозга, сопровождавшегося, цитирую, очевидными симптомами лучевой болезни. Убрать Цепова были резоны очень многих. Он входил поперек очень многих бизнес-интересов и лез, еще и успел залезть, он хотел в переделе ЮКСа поучаствовать. Так что основания убрать были очень у многих. Но вот радиационное отравление – довольно затейливый способ для обычных бандитов.
Тебе ничего, никаких ассоциаций не вызывает этот такого способ? Такого рода отравления, ну, конечно, Литвиненко. Литвиненко, еще Чикачихина, из таких ноу-хау еще, сильных. Еще, да? Я помню, что Анну Политковскую пытались отравить. Да, да, да. Вот, значит, Ир, как по-другому поводу, подытоживая эту тему, большую тему, которую мы начали в начале программы, и как по другому поводу сказано Окуджава, когда-нибудь мы вспомним это, не поверится самим. Ты знаешь, в России правили очень разные люди. Там были просто сумасшедшие, там были маньяки, политические маньяки, там были восточные тираны, там была номенклатура, там были полутрупы вроде Черненко. Но ты знаешь, чтобы правил просто такой конкретный посланец преступной, организованной преступной группировки, такое кажется впервые. Кажется, впервые. Добавим к этому 21 век и ядерное оружие, и констатируем, что мы живем в абсолютно уникальное время, потому что такого точно не было. Разными странами правили чудовищные бандиты, гораздо тяжелее Владимира Владимировича, да, по биографии. Но только вот ядерного оружия не было ни у кого. Мы сегодня живем в довольно уникальное время. Дай бог, чтобы это было матушке России все не напоследок. И нам. В продолжение темы. Нет, стойте. Давайте вот стоим. Давайте здесь, стоим. Раз уж мы начали с этой темы. Не кажется ли вам, что если люди, которые живут в нашей с вами стране, общество, мы с вами, решат, что, окей, власть нелегитимна, значит, законы не надо исполнять, то вся наша страна, вообще вся наша страна превратится в большую ОПГ с разными делениями. Разумеется. И люди начнут стрелять друг этого, друга. И для так далее, этого, и так далее. Для этого, Ира, для этого нужно вспомнить о существовании легитимных механизмов. Но чтобы их вернуть, надо убрать этих. Технология есть. Дохлая лошадь. Цитируйте Быкова времен 11-12 года. Лежит дохлая лошадь на дороге. Можно спорить о дальнейшем пути по этой дороге. Это очень занимательный спор. Но сейчас она лежит, и с 11 года она еще успела разложиться. Запах совершенно невыносимый в заведении. Государство распадается, оно уже распадается. Оно распадается не из-за Ходорковского и не из-за меня. У меня просто нет возможности поспособствовать распаду государства, потому что я почирикаю тут и уйду в частную жизнь, в метро поеду. А вот те, кто сегодня называются государством, те, кто сегодня от имени государства действуют и каждый день дискредитируют суд, свободную прессу, выборы, все, что только есть святого для так сказать, либерального ума, они это дискредитируют каждый день. И в итоге, когда это рванет, а рванет не со стороны Ахиджаковой, Чертишвили, Улицкой, Ходорковского, а рванет совершенно с других директорий, как ты понимаешь. И методика у тех, вот когда рванет, то это будет уже не Ахиджакова. Лекция о добре вы не услышите, нет. И о христианских, значит, добродетелях нет. Вы услышите совсем, и мы услышим с тобой, совсем другое. И совсем другая будет методика. Только тогда, когда потом дойдет до Красного Петуха и до Пугачевщины, братцы мои, только не надо потом говорить, вот либералы довели. Это довели те, кто многие годы, полтора десятка лет, издевались и насиловали издевались над либеральными инструментами, да, и насиловали это, и под именем закона творили вот это. Значит, возникает нормальная связка. Ведь, я уже говорил, это, ну, то есть не я говорил, это азбука. Символы заполняются содержанием. Когда либерализм означало, да, либеральные ценности, либеральная идеология означала Сахарова, Афанасьева, Царство Небесное, академика Рыжова и так далее, это было одно. Когда либерализм и либеральные инструменты означают вот эту банду, вот это вот Бастрыкин-Чайка по периметру Сечин, а бизнес это у нас Сечин, а закон это у нас Чайка, да, а следствие у нас Бастрыкин, а президент у нас Вова Путин, да, из Тамбовской ОПГ, тогда нечего удивляться, что потом рванет и разнесет все. Так вот, для того, чтобы не разнесло все, сейчас надо не класть вниз лицом детишек из «Открытой России», да, сотрудничать. Так а чего тогда удивляться, что обыски проходят у «Открытой России», если, извините меня, один призывает не соблюдать закон, другие говорят, окей, хорошо, мы не будем соблюдать закон, мы придем к вам в 6 утра Нет, и будем просто обыскивать вас, несмотря на то, что вы в школе еще учились. Совершенно обратный порядок действий.
в Германии в 1939 году довольно поздно идти в Конституционный суд. В 1938, 1939, 1940. И там уже нужен полковник, который донесет портфель к фюреру. Вот этот не донес в 1944 году. Нету суда в 1940 году в Германии. Нету. Можно обращаться, конечно, в Конституционный суд. Можно идти в гестапо и говорить о превышении полномочий. Очень содержательный разговор. Но только надо просто понимать, надо понимать механику и понимать порядок действий. Значит, в 40-м году в Германии восстановление закона должно начинаться с того, что не будет нацистов близко во власти. Когда Германия не без помощи мирового сообщества, мягко говоря, значит, да, делается так, что нету нацистов во власти, вот тогда милости просим. Тогда давайте разговаривать о законе. Но до тех пор порядок действий. Ира, я ведь говорю, но еще я, раз, вот почему я говорю о технологии. Я не за то, чтобы убивать, да, подстерегать за углом кого-нибудь из них. Мне бы этого очень не хотелось. Я только еще раз, как и в прошлую неделю назад, концентрирую твое внимание на то, что когда это случится, то это сделает человек, ничего не знающий о Ходорковском, о его заявлении. Хорошо. Да, как приморские партизаны несколько лет назад ничего про это не знали. Просто гиря до полу дошла. Так вот, поскольку мы обращаемся заведомо, мы в студии «Эхо Москвы», и мы обращаемся заведомо не к тем, кто собирается взрывать, а к людям, у которых что-то, значит, какие-то другие по преимуществу представления о способе перемен, так вот этот бесконечный крик в пространство заключается в том, братцы, вы, эта власть, и те, кто ее поддерживает, и те, кто ее терпит, вы жмете на гашетку, вы, значит, этот автомобиль, значит, в кирпичную стену, на полном ходу, вы это делаете. Но послушайте, Виктор, мне так страшно, что вы поддерживаете заявление Ходорковского, который вообще не в России, который говорит, ладно, ребята, законы нелегитимны, не исполняйте их. А здесь что делать людям, которые пошли и поверили Ходорковскому? Им всем в тюрьму садиться за Ходорковского? Кто пошел поверил Ходорковскому? Тут что за массы? Где эти миллионы, которые пошли за Ходорковским? А, то есть когда, значит, Нургалиев говорил, что можно бить полицейских в ответ, все... У нас, извините, шутка несколько лет шла. Нургалиев разрешил. А когда Ходорковский призывает законы не исполнять, тут мы, извините, все серьезные. Ходорковский констатирует температуру больного, не он ее сделал. Ходорковский констатирует, что больного 40 градусов. Да, это Ходорковский предлагает и делает очень многое для того, чтобы каким-то образом элите посылает сигналы о том, что можно поменять. Совершенно он им не предлагает убивать Путина, заметь. Он предлагает другие вещи. Он просто констатирует, вольно тебе казнить врача. Это традиционная забава. Можно повесить врача, который констатировал тяжелую болезнь и который бьет тревогу. Он констатирует положение вещей, Ира. А положение вещей создается этой администрацией. Остаток сил можем потратить на критику Ходорковского. Очень конструктивно. А может быть и так. Спасибо большое. У нас, правда, перерыв, и мы еще продолжим. У нас еще много всяких тем, а у меня вопросов. Ирина Воробьева, Виктор Шендерович в эфире. Продолжается программа «Особое мнение». Ирина Воробьева, Виктор Шендерович здесь в студии. Я видела, что вы следили за историей избрания нового председателя партии «Яблоко». Кстати, многие сказать, следили. Я не могу прямо следил. Я ждал результатов, поскольку они касались меня. Вы избиратель «Яблока». Я потенциальный избиратель «Яблока». Я был им с 90-х годов. Мы тогда с женой решили, что эти бельгийские подробности не так важны. Один голосовал за «Яблоко», другой за СПС. Мы голосовали за две нелюдоедские партии. Всегда, совершенно не важно, кто за кого. Просто мы отдавали свои голоса двум нелюдоедским партиям, и которые представляли, как нам казалось, и действительно какое-то время представляли наш интерес. Поэтому я, конечно, следил. Если бы избрали Льва Шлосберга, то я бы стал следить еще внимательнее, полагая, что, может быть, я снова стану... Может быть, они решили меня вернуть как избирателя. Меня, моих близких, да, моего отца и тебя, не знаю, очень многих. Может быть, они решили нас вернуть в избиратели. Может, они решили сделать ставку на нас, не на Володина, не на Старую площадь, не на договоренности в Кремле, а на нас, по старинке.
Ну, как вот борются за электорат свой другие партии в других странах. И я поэтому с интересом следил. Если бы у партии «Яблоко» – это вопрос целеполагания, все довольно просто, не надо усложнять. Если бы партия «Яблоко» планировала бороться за власть не понарошку, она бы избрала своим лидером, безусловно, политика известного своему электорату, зарекомендовавшегося человеком отважным, умным, честным, безукоризненным, да, в политическом смысле совершенно безукоризненным, символизирующим абсолютную независимость этой партии, ее верность либеральным идеалам. Просто вы сейчас про Льва Шлосберга. Я про Льва Шлосберга. Значит, если партия, имея Льва Шлосберга в своем составе, вот такого человека, с такой репутацией, уже так известного своему электорату, потому что ни один из людей, которые готовы голосовать за «Яблоко», не может не знать этого имени, да, после псковской истории, после нескольких историй. Да? Если она, эта партия, выбирает никому неизвестную, да, за пределами узкого политологического круга даму, это означает только то, что партия «Яблоко» по-прежнему не собирается всерьез претендовать на и бороться за власть, по-прежнему собирается делать это понарошку, планирует и дальше договариваться с Кремлем и финансироваться из бюджета. Значит, это является целеполаганием. Надо было выбирать между нами, электоратом «Яблоко», и Кремлем. Они выбрали Кремль. Они будут договариваться в Кремле. При Шлосберге это было бы трудно. При Эмилии Слабуновой это будет легче. Вот и все. Значит, они сделали свой выбор, я, разумеется, тут же, и миллионы других людей, уверяю вас, сделают. Но неинтересно партии «Яблоко», им мое отношение неинтересно. Они договорятся с Володиным, главное, чтобы Володин дал отмашку. И Володин дал отмашку уже сегодня. Вчера. Вчера на встрече с непарламентскими политтехнологами, да, и так далее, он сказал, что, кажется, у «Яблока» есть шансы попасть в будущую Думу. Он не сказал «теперь», после избрания Слабуновой, а не Шлосберга. Но мы же слышим... Не, он назвал ее имя, почему? Да. Но его не назвал. Да, мы же понимаем. Мы же понимаем, почему теперь... Да, вот теперь за хорошее поведение им добросят голосов. Как уже добрасывали. Смотри исследование Дмитрия Орешкина. «Яблоко» участвовало в фальсификации голосов. Участвовало. Значит, от того, что это наша, условно говоря, партия, это не меняет нашего отношения к этому факту. Вот и все, собственно, с «Яблоком». Нам надо просто, наконец, понять это и перестать каждый раз ахать по поводу Явлинского. Явлинский через запятую существует с такими титанами русской демократии, как Жириновский, Зюганов, Миронов. Лексика разная, да. Манеры разные, стиль абсолютно другой, да, безусловно. Функциональное назначение одно и то же. Симуляция демократии. Симуляция политической жизни в России, легитимизация путинского режима. Точка. Когда мы поймем это целеполагание, а еще поймем, интереса ради, цену вопроса, тоже смотри замечательную статью Дмитрия Орешкина по цене вопроса, сколько получает из бюджета партия для того, чтобы могло существовать. Значит, если это синекура, то дай ей бог, но без меня. Если это партия, то она должна была, я думаю, поинтересоваться моим мнением. В широком смысле моим. Не персональным мнением Виктора Шендеровича. А электорат, миллион, многомиллионный электорат. За них ведь голосовало не 3%, правда же? Да, слушайте, они же боролись... Где же это видно, чтобы электорат выбирал, кто будет лидером партии? Нет, секундочку. Вопрос еще раз. Вопрос целеполаганий. Либо мы имеем дело с идиотами, либо мы имеем дело с другим целеполаганием. Тут же, секундочку, простая история. Если у тебя в составе там Месси, Неймар и да, Суарес, а ты на главный матч сезона, на финал Лиги Чемпионов, выпускаешь Пупкина и Тютькина, да? Это говорит только о том, что ты сливаешь этот матч, ни о чем другом. У тебя есть такие игроки, ты их не ставишь на главный матч сезона. Ну, это просто все понимают. Ты сливаешь матч. Точка. Это вопрос целеполагания. Либо ты идиот и не понимаешь, что Месси играет лучше Тютькина. Ну хорошо, значит, ты идиот. Вот выбирайте. Либо идиоты, либо предатели, которые не имеют никакого уже ко мне отношения, потому что у меня к ним счет, к господину Явлинскому и к тем, кто принимает такие решения, гораздо более серьезный, чем к Жириновскому и Зюганову. Жириновский и Зюганов меня не предавали.
самого начала твари конченые, я никогда не был ими обольщен. В одну секунду, вот удивительно, несмотря на то, что я тоже была за Шлосберга, да, и я много чего успела написать во время этих выборов, да. Тем не менее, после этого начались такие счеты к Явлинскому, то есть когда, значит, Явлинский порекомендовал избрать Слабунову, то есть не ту кандидатуру, которая всем хотелось, все сразу, ага, Иваненко ходил в Кремль, Явлинский предал и так далее, и так далее. Где же вы раньше-то были, когда все знали, что кто-то смысле? Из них ходит в Кремль, кто-то из них договаривается. Почему так часто прорвало? Я разве об этом не говорил? Ты сейчас с кем разговариваешь? Ну, вы говорите, через запятую. Со мной или с мировой общественностью? Всех через запятую. Ну, естественно, они через запятую ходят, договариваются в Кремль. Но вы же голосовали за Яблоко. Я и говорят, что они не людоедские. Да, они, не, безусловно, а сейчас не людоедские. Нет, они и сейчас не людоедские. Слава богу, хоть это. Нет, секундочку. У тебя какая задача? Сделать из меня идиота? Нет, или мы разговариваем? Нет, просто мне непонятно, почему партия «Яблоко», опять же, еще раз говорю, у меня точно такое же ощущение, но я считаю, что я не вправе предъявлять претензии Явлинскому и партии «Яблоко», уже они сами все решают. Секундочку. Значит, если это отдельно от меня, они вправе, я же не в исполкоме или там в каком-то руководящем органе «Яблоко». Я не говорю, что я должен был решать. Я только констатирую, что я им пофигу. Что им не пофигу, как к ним относятся Володин в Кремле и Путин за Володиным стоящий. И совершенно пофигу, как к ним относятся миллионы их бывших избирателей. Я делаю из этого вывод, что это не имеет ко мне больше никакого отношения. Как, впрочем, вот и раньше не имело. Вот и все. Вот. Давайте на этом точку и поставим. И поговорим о Рамзане Кадырове. Сегодня стало известно, что президент Путин согласился передать под его контроль нефтедобычу Чеченской Республике. Раньше компанию контролировало понятно. Федеральное правительство. Роснефть, теперь просто общее место. Мы об этом много раз говорили, но это тут сегодня повод еще раз напоследок об этом сказать. У нас есть еще минут 5, да? Да. Не кажется ли вам странным, что Кадыров получил от России раз в 10 больше, чем просили Дудаев с Масхадовым? Они ведь просили только независимости Ичкерии. А Кадыров получает полную независимость Ичкерии. Законы России, даже те немногие, которые существуют для нас, не существуют. Ты видел эту пленку с чеченской семьей, да? Это средневековое ханство под угрозой смерти мучительной, и все это знают. Да? Это просто на территории России... Просто средневековое совсем. Такой Туркменистан. В самом страшном виде. Да? Так вот, он получил полную независимость и полное право делать, что хочет внутри. Плюс еще миллиарды из российского бюджета и право убивать на московских улицах. Не многовато ли? При этом, замечу, и Дудаева, и Масхадова мы убили. Хотя Масхадов был легитимным избранным народом в действительно... честных выборах чеченских. Он получил 60%, Басаев, напомню, 6%. Он был легитимным лидером. Мы его убили. Получили Кадырова? Отлично. Кто выиграл Вторую Чеченскую войну? Это риторический вопрос, на мой взгляд. Кто начал Третью Необъявленную? А? Кто начал Третью Необъявленную? Ну да. Вот так. Давай о чем-нибудь более веселом. Более веселом, да, пожалуйста. У меня есть... О поэтическом? Поэтическом. Или... поэтическом. Министр экономического развития Улюкаев считает, что на расширение санкций США против России Россия может дать симметричный ответ, передает сегодня РИА Новости. Почему поэтическим? Господин Улюкаев пишет стихи. Вот. И тут он выступил, по-моему, как поэт. Ага. Как поэт. Надо ответить, конечно, симметрично, отказать Америке в кредитах, обрушить доллар, ввести в стагнацию американскую экономику, пускай пиндосы выстраиваются в очередь за рублями посреди Нью-Йорка в обменниках. Большой поэт оказался господин Улюкаев. А как вам прекрасная история о том, как Россия начала экспорт сена в Северную Корею? Мне кажется, это большой прорыв. Экспорт сена в Северную сена, Корею. Сена, да, да. Я не знаю, о ком это говорит больше, о нас или о Северной Корее, но, по-моему, как-то пополам. Есть, я уже говорил много раз, есть такие, значит, сообщения, где муза сатирика умолкает, просто отступает, давая место на авансцене факту. Уже про это шутить невозможно. Вот это просто вслух прочитать, сдержать рыдание или смех, вот, комментировать тут уже чего. Вот к вопросу о нашем месте в геополитике, значит, предметах нашего, значит, что импортируем, что экспортируем. Да, замечательно. Ну, сено в Северную Корею многотонно. Я бы еще солому туда. Можно. Им нужно сено и солому. Им
значит, чтобы никому не обидно было. У нас остается буквально полтора минуты с вами до конца программы. Я вот думаю сейчас запустить опять какую-нибудь большую тему, чтобы поставить многоточие. И чтобы начать 31 декабря начать с нее. 31 декабря. Да нет, я шучу, на самом деле. Я знаю, что вы хотели что-то еще напоследок такое сказать. Нет? История на полторы минуты. Александр Личевский, замечательный русский прозаик, лауреат русского букера, рассказал у себя в блоге историю замечательной метафорической силы. Постараюсь успеть. Жил-был полковник, у него был алабай, туркменская овчарка волкодав, абсолютно послушный, преданный пес. Полковник развелся с женой, жена позвонила родителям полковника, а тот генерал в отставке. И приехал генерал мирить семью. Приехал. И он был единственным человеком, которого боялся этот полковник, папаша генерал. И они сели на кухне, алабай тут же у ног хозяина, как всегда, когда другой в доме. Вот. И папаша генерал начал распекать сына и стучать на него кулаком, стукнул кулаком, и тот втянул плечи, и алабай бросился. На кого? В живых остался генерал. Он перегрыз горло хозяину. Почему? Потому что его 10 лет хлестали поводком по морде. Потому что его преданность держалась на 10-летнем сечении и унижении. И когда вдруг он увидел, это был Бог. И когда вдруг этот алабай увидел, что это не Бог, что этот Бог кого-то боится, он среагировал так, как реагирует собака, как реагирует живое существо. Это к вопросу напоследок о всенародной поддержке. Я думаю, все догадались. Какая страшная история, честное слово. Но сильнейшая тут история. Мы, да. Спасибо тут-то большое. Мы и заканчиваем программу. Спасибо большое. Виктор Шендерович, Ирина Воробьева. Счастливо.